Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример, и сегодня посмотрим свежий мод. Нейромод добавляет новых персонажей, новое оружие и новые предметы. Устанавливается через мастерскую в Стиме. Если что, ссылка в описании. Итак, добавлено 6 новых персонажей. Давайте сыграем за Теру. Плюс 50 кп, но минус 50% от урона, минус 30% от уклонения, минус 5 от брони, врагов на четверть больше. И можно использовать только одно оружие. Но на старте мы выбираем в качестве стартового оружия легендарное. Чем будем играть? Мне кажется, самый простой вариант — это Экскалибур. Простой и понятный. Но не особо интересный, мне кажется. Более интересный вариант будет Бур. Дает возможность много заработать, купить побольше предметов, ну и посмотреть, какие новые предметы здесь в игру добавлены. Давайте с Буром. Урон стартовый, конечно, маленький, но будем пытаться выжить. Один из больших минусов Бура — это очень маленькая дальность, прям фантастически маленькая, всего 100. Даже непонятно, может, дальность надо брать. Нам надо качать шанс на крит, чтобы зарабатывать дополнительные денежки. О, коробка, отлично. Еще дальность, да. Еще укольчик. Два кубика уже. О, очечки. Ну, смотри, сейчас дальность уже 115. Сейчас выйдем на комфортные значения. 15 критом выбивает, прикинь. 15 критом. Вообще дичь, дичайшая, конечно, а не оружие. Нам надо качать еще инженерию, чтобы урон рос. Не забывать про это. У нас такая возможность есть. А не только урон в ближнем бою. Персонаж тут орет что-то, когда теряет хп. Это исключает возможность поиграть с косой, потому что он все время будет орать. Нет. Ну, неплохо. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Ну, смотри, какая-то удача есть. Немного броню вытягиваем. Чуть-чуть урон вытянули. Уже сейчас критом сколько? Двадцатку, наверное, будем выбивать. Есть турелька. Да, но шанс на крит какой-то низкий. Некомфортно ни хрена. А как же коробка? Не орит это. 200 всего. Уром насмех. Блять, ну знает, что предложить. Сучий потрох просто.
Ну серьезно. Да, хорошо иметь две турельки в помощниках. Ну ты прикалываешься, что ли? Сначала купон, потом все остальное. Вот это да, все какой классный предмет. Черепашка. Два купона с кроликом совместили. Что может быть лучше? Чё нарёт-то как больной? Мне подсказывать я могу просто не справиться. Поэтому не прокатит. Смотри, 20 к сбору, 20 евро. Хорошая вещь. Возьмем. Немного к урону. Шляпа все полнейшая. Так, тяжелая волна. Яички сейчас везде будут. Блин, по яичкам бей. Враги какие-то дерзкие. Даже слишком, я бы сказал. Ну, выжили. Уже неплохо. Так, врагов меньше. Отталкивание. Ну, наверное, сейчас можно взять. Ой, больше урона, меньше. Непонятно. Боюсь, что я много урона получаю. Нет, все-таки нет. Ой, ну, скорее да. Два купона. Черепашка. Еще супчика. Так, здесь инженерия, скорость, но минус крит. Ладно, хер с ним возьмем. Инженерия минус скорость. Пойдет. Крит минус урон, минус дальность. 50 нюрос. Пойдет.
Мы сейчас разбогатеем, нехерово так. 50 евро. Это лучше, чем трактор. Ну так, держимся. Правда, как нам лечиться? Лечимся-то мы фиговенько совсем. Четыре сотни. Ну пойдет. Дальность. Хороший вариант. Возьмем. Ой, долго нам, конечно, отличить все. Свинья-копилка. Ну, какие хорошие вещи, смотри. Звездочка. Да-да-да. Ну, во всех модах хорошая. 3 хп, 2 к броне, 5 к уклону. Ну, все хорошее. Сейчас надо заработать косарик. Можно 2. Ну, 2, конечно, это невозможно. Косарь-то, в принципе, это такой предел, я думаю. Только с учетом сбора. Да, ну мы неплохую инвестицию сделали. Сбор 73. Ну как он его не победил? Ну как так? Да, косарик. Фильм Шрек. Больше деревьев. Расходники устанавливают на 2 очка больше. Пойдет. Может, скорости атаки не хватает? И дальность-то. О, вот это неплохо. Урон минус 22. Что-то стрёмно, вот это опасные чуваки. Пока не уверен. Своим персонажем. Крит у нас всего 16. Блять, что за говно? Отлично, я воспользовался свиньей-копилкой. Знатный скряга. Ну, урон хоть как-то вроде стал получше.
Нервно как-то. Вот хорошая вещь. Да, хорошая дальность уже. Инженерия 19, блин, мне нужна 20. Ага, вот эта штука. А, у нас сейчас будет элита, ё-моё. И кто там? Насекомое какое-то, жалкое. Ну давай, давай, выходи на честное ПВП. Не, ну если ты так орать будешь. Короче, не готов пока. Не готов. А почему ты не подтянул фруктинку-то? Нормально. Вот 5 нюровс. Феечка, 28 к регенерации. Здесь 5 хп, трики. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Урон в зеленой зоне уже. Три купона. Прикинь. Насколько я хорошо подготовился. Все, урон-то уже 160. Все-таки начнем нормально драться. Любит же он поорать, наш персонаж. Сатакарот, отлично. Смотри, дрон, который стреляет патронами, который с пробиванием. Это, короче, турелька, считай, как лазерная. Ладно, все, хватит. Копим деньги.
Да, не хватает, конечно. Но у меня и броня. А, броня у меня уже в плюсе. Уклонения просто нет. Да, у меня броня-то в плюсе. Как так-то? Ну вообще должен уже драться спокойно. Неистовство может мне помочь. Давайте возьмем. Неудача, конечно, может помочь. Апельсин. И такая турелька. И подкладка. И суп. И охотничьи трофеи. И инструменты. И ракета. Блять, остановите меня кто-нибудь. Ответный удар, конечно же. Неплохо накопили денег. Не, ну неплохо, 14-я волна довольно сложная. У нас персонаж с одной рукой. И, в общем-то, все нормально. Никаких проблем явных нет. Удачу надо подтянуть, конечно. О, смотри, элита. Ну, я думаю, что сейчас шансы-то уже хорошие. У меня крит 100%. То есть урон 260, там сколько, 275. Ну. Давай вот на мину иди, дебил. Да, к сожалению, броня маловато. Справились же. Дополнительный снаряд, но минус 30 от точности. Жалко, мне это не надо. Или надо? Наверное, не надо все-таки. Пытка. Пытка предлагает мне такое говно. Вот хорошая вещь. Тоже нормально.
Ну ладно, с короной тогда поиграем. Не, ну по чуть-чуть вытягиваем. Уклонение уже в плюсе. Сейчас вот повезет с предметами на броню и на уклонение. Уже все, персонаж начнет уклоняться. В толпе уже не такая задница будет. Да, надо взрывной этот урон качать. Скорость, ну давайте скорость. Сбор. Давайте. Уклонение 9. Неплохо. Ну смотри, какая сраная дрель. Дальность 229, а у меня 179. Но все равно нечестно и несправедливо. Так, ну все, собрались. Встреча с элитой. Ой, ну это повар. У повара, конечно, шансов не будет никаких. Наверное. Если мне этим мешать не будут. Чуть не очень как-то. Блин, а чё так быстро-то все атакуют? Как-то я прям не успеваю. Смотри, как линии-то рисуют. Ну, 13 секунд, ну давай, 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 Неплохо, неплохо. Тофи собирает материалы для вас. Замедляет ближайших врагов. Давайте возьмем Тофи. Автопушка. Да, денег, конечно, накопить не удалось, но персонаж вполне играбельный. И я думаю, что если сейчас мы все грамотно потратим, будем вполне в силах победить боссов. Ну, хотя бы одного. Неплохо. Тоже неплохо.
это огнем херачит. Ну пусть будет. Ага, это еще пойдет. Картошечка. Ну такое себе, конечно. О, улучшенные инструменты. Оказывается, такая скорость атаки низкая. Вот и все. Вот и закончились платки. Зато дронов у меня дофига. Глазки хреначат. Ну вообще, за однорукого персонажа играть не очень комфортно. Ты рассчитываешь, что он там кого-то вынесет, а у него бьет то одного, то другого. Кстати, не закрывает какие-то зоны. Капусточка. Шанс удвоить ценность собранных материалов 25. Забытый какой-то архив. О, вот это отличная тема. Когда у меня регенерация 42, особенно. Давайте, ладно. Да, давайте возьмем. Скорость. Уклонение уже 32. Еще фокус-покус. Ну все, погнали. На удивление просто легко. Плащ. 20 уклонений, это здорово. Надо взять. Надо взять. Рука робота. Надо взять. Надо взять. Но это для фруктов. Притягивание. Урон уже 147. €100, сбор 100, блять, когда он будет падать по 10%, ну псы, какие тут банкноты есть. Такую вначале вытянул, считай, все, джекпот. Но стоит он, конечно, дофига, но она отбивается-то как быстро, с короной тем более. Ах, печалька. Отскок снарядов. Это важно для моих этих инопланетных глазков.
Все, хватит. Ну, вообще неплохо. У меня даже турельки неплохо работают. Да, но я уже зарабатываю сильно меньше на самом дополнительном материале за убийство критом. Потому что меня убивают турельки, всякая хрень. Нет, давайте бабки. Охренеть, бург едва ли лучше, чем вот эта дрель сраная. А он дает 10 к скорости атаки каждые 5 секунд. Вот она еще что. Все, уклонение закрыли. Еще звездочка. Все надо взять. И переквалифицироваться на ядерку. Я думаю, ну это все-таки хорошее оружие. Хочется пройти подальше. С этим-то мы далеко не пройдем. Экскалибур он нам не дает. 3000 материалов заработали дополнительно. Не так мало, но не сказать, что это прям супер много. Нет, давайте накопим и возьмем ядерку. Хочется пройти хотя бы первые 30 волн, а не упасть где-нибудь сейчас. Нелепо. Ты видел? Не выпала коробка из чувака. Ну вот как так? Вот как так? У меня удача 328. Ну, зажали коробку. Да, но у меня и эти неплохо работают. Турельки. Сколько у меня инженерии? 73 все на все. Берем, конечно. Берем. 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 Нахрен. Поджаривающая турелька, ну и пусть.
Пусть будет еще поджаривающая турелька. Ну, у меня есть этот рикошет. Да, но стреляет он очень медленно. Сколько он стреляет? 1.5 секунды. Охренеть, конечно. Плюс дополнительный снаряд. Вот сейчас это уже актуально. Диплом давайте возьмем. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Ну, пусть у нас будет еще одна аптечка. Безумие, сколько всякого дерьма я набрал. Нам нужна худи. Я специально перекачиваю уклонение, оно уже 102. Получить скорость атаки нормальную. Для этого худи надо найти. Нормально так, коробок выпало. Даже, честно говоря, удивлен. Думал, столько не увижу. Ой, ну ладно, возьмем, чтобы он больше это не предлагал. Ваша хпшка будет ограничена. Да и пусть будет ограничена. Можно взять тогда. А зачем мне хпшка-то? У меня же не картофель имеет. А для получения урона все равно это мое хп ни о чем. Я на тихоходках живу. Нет тихоходок, почти уже все, значит смерть. Пойдет. Точно.
пойдет. Так. О, уже нормально. Так, скорость атаки чуть-чуть. Уже не полторы секунды, а 1,17. Мои дроны выносят всех. Берем. Вот, стихийный урон в инженерию. Пойдет. Неурос. 500 к сбору. Офигенный предмет. Он, наверное, даже в этой ситуации окупится. Ну, получается 500, потом на 20% меньше 400. Потом это сколько? 320. Ну, короче, 500 плюс 400 плюс 320, это сколько? Это уже больше, чем 1200. А все остальное, это как бы в плюса. Ну, инфляция там, все дела, конечно. Ну, нормально. Нормальное предложение. Ну, немного тут мы заработаем. Да, но дронов у меня дофигища. Просто дофигища дронов. Все что-то рикошетит. Дополнительный снаряд, вроде как крутая тема получается. Как на точность это сказывается, непонятно. Но противник падает. Бородатый ребенок, полтинник. Давайте. Так, элита.
Две гаргульи. Следуйся. Вообще ничего не требуется. Все правильно раскачал. Это у меня глазки 1600 сносят. Что-то я никак не могу понять, что сносят 1600. Это же просто супер дохера. Где они, глазки-то? Ну, крит, получается, двойной урон. 337, нет. А, это у ядерка где-то. Ну, 1600 по огромной площади. Это, в принципе, хороший урон. Я вот подумал, а зачем мне аптечку взял, раз я вообще на хп не рассчитываю. Отлично, что такие гениальные мысли посещают мою голову после того, как я уже все сделал. Давайте возьмем просто, чтобы было 500 евро. Надо поджаривать всех. Колбаску надо взять. Кстати, я тут потерял много тихоходок. Это очень плохо. Что-то как неважно уклонялся, но... Противник повергнул. Тысячи сэкономили купоны, прикинь.
Нюрафума. 25 к удаче, минус 12. Ну, давай. Колбаска. А, можно было стихийный урон взять. Куди. Вот эта штука, вот эта штука. Так, здесь у нас кто? Охренеть, одной ядерки достаточно. В принципе, противник на что 30-й, что 31-й волне, ну не такой прям совсем простой. То, что наш персонаж так легко справился, говорит о том, что мы и до 40-й волны дойдем, в большой вероятности. 37-я, конечно, все расскажет. И покажет, где чье место. Плазменная кувалда. 2500 урона. Ну это, конечно, дохера за 20 уклонения. Но это 40 скорости атаки. Так, 0.37 останет 0.33. Так же быть. Непонятно, зачем я все это беру. Ну, тут так можно ко всему. Все, что на урон не влияет, в принципе, можно не брать. Но уже привычка. Вдруг пригодится. Ну, как вот глазки. Они же от хпшки. В принципе, ну, хпшка не особо сейчас нужна. Тем более оно у меня ограничено еще наручниками. Да, ну сильно тут урон не увеличишь. Ну будет какой-нибудь предмет плюс 4 к стихийному урону. Вряд ли это что-то изменит. Больше врагов. Давайте больше врагов. Глазки, давайте глазки. Уничтожитель. 2700. И двойной выстрел. Неплохо. Не сказать, что он очень редко стреляет. Мне не хватает бандана. Чтобы еще пробивание было.
Вот так уничтожитель будет смотреться тоже неплохо. Так, а урон рассчитывается все-таки у глазков каким образом? От 207 или от 233? Где глазки? Ну тут хер поймешь, тут такая разница небольшая, что надо сидеть читать. Что-то мне подсказывает, что кого-то от 233. Ну, у меня 500% урона. То есть делим на 5. Получаем 113. 113. Ну да, это куда ближе половина от 233, чем от 207. Да, то есть мы подтягиваем хп-шку даже желудком. У нас наручники, у нас этот лимит, но мы все равно тянем. Также скорость, мы разгоняем скорость, хоть она у нас ограничена, но через генератор энергии мы должны получать, да, бонус урона. Так что все, что я беру, более-менее нормально. Не настолько тупо, как может показаться. Колечко замечательно. Не хотел. Я сад взял? Не, сад мне не нужен. Так, снаряды отскакивают. Ну давайте. 20 сколько? Хорошая да, скорость атаки уже почти не влияет на восстановление. Блин, ну это все какой-то отстой. Да, многовато обнулений.
несмотря на все это. Всех вынесли. Стеклянная пушка, конечно. Не хочу такую турельку. Бабки давай. А нет, восстановление все-таки меняется. 0.29. Вообще хорошо. Урон хороший. Ну, сейчас с учетом того, что всего одна ядерка. Просто замечательный урон. А зачем мне крит? Чтобы удачу качать. Очень дорого. Так, качать удачу. Так намного дешевле. Колбаска. Уже третья. Программерные носки или программирующие носки. Плюс 20% к скорости, ну это прям до хера, надо брать. Двадцать процентов к скорости, 20% к урону. Сколько у меня союзников? Ну да, огромное количество деревьев. Каждая из которых в конечном счете превращается в тройку.
Так, а сколько там скидка-то уже дала? 6500 сэкономили. Так, 38-я волна. Это настоящая уже проверка. Да, ну много обнулений идет подряд. Но, тем не менее, выстрелили. Удивительно, в начале персонаж так вообще никакущий. Одни минусы, из плюсов-то только 50 хп, который как бы плюс такой сомнительный. Да, в общем-то, легендарное оружие. Ну, мы легендарку использовали, превратили в кучу денег. Ну, конечно, несколько предметов читерских, которые там сбор немного нам разогнали, явно выходящих из рамок нормального баланса. Но все равно персонаж удивил. Я думаю, он так далеко не пройдет. Ну да, тут несколько отскоков, ну, этих рикошетов дешманских, и сбор. Вот это уже как бы приличное преимущество. Ну еще скидка 10%. Тоже немаловажно. Получаешь больше, товар в магазине стоит меньше. Конечно, разница очевидна. Ну так вот стоять с одной ядеркой, в принципе, это неплохо. Всего две коробки. Маловато будет. Отложим. Погнали. Ну все, враг быстро. Но это ему не помогает. Семь коробок. Больше врагов надо.
Да, но уже левелап получить сложнее. 56, 57, думаю, 57 мы уже даже не возьмем. Так, ну у меня колечек дофига, они лишь урон уже раскачали до 637. Берем, 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 тоже берем, тоже берем, берем. Да, у меня, кстати, скорость не очень высокая. Убежать-то мне вообще тяжеловато. А, вот и все. Вот и не убежал. Ну, персонаж может мог дойти бы до какого-нибудь 50-го. До 50-й волны. Но не шибко дальше. Все-таки одна рука — это одна рука. Ну, возможности для заработка у него охренительные. В этом вообще моде супер читерские предметы есть. 50 евро, а это 500 евро вообще прям. Такое найти на какой-нибудь там 5-6 волне и все. Наверное, с таким предметом можно дойти до какой-нибудь там 70-й уже волны. Сколько денег можно сделать. Но персонаж приятно удивил. В общем, плюсов вроде как никаких, но немного денег дополнительно, дополнительно врагов, которые тоже выливаются в деньги, и пара читерских предметов. Ну, в общем-то, в самом начале-то даже так толком-то читерского ничего не было. Ну что, вот черепашка только 20 евро, но не особо читерский. Но этот хороший. Ну, близко к трактору. То есть не то, чтобы сказать, прям супер. То есть довольно много предметов. Ну, обычных. Ну, в общем, персонаж приятно удивил. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.